В Нижнем Новгороде в просветительском центре «Ковчег» прошел рождественский молодежный вечер. В нем приняли участие помощники благочинных по делам молодежи, кураторы по молодежной работе, активисты и добровольцы молодежных движений благочиния Нижегородской епархии. На сцене и в зале просветительского центра «Ковчег» молодые волонтеры, активисты и добровольные помощники из разных благочиний Нижегородской епархии. Рождественский вечер – это центральное событие в году, когда весь цвет нижегородской православной молодежи собирается вместе не для работы, а для радости. Это очень важно, то, что ребята имеют такую площадку, имеют такую возможность встретиться, пообщаться, поговорить. Во многом в своих трудах каждый акцентирует свое внимание на территории своих благочиний. Здесь же у нас возможность прекрасная, когда мы все собираемся вместе в непринужденной обстановке, поделиться эмоциями, поздравить друг друга с этим величайшим праздником. Аплодисменты Нагорному благочинию. Нижегородское благочиние. Эти ребята – волонтеры. Весь год они помогают людям, ухаживают, поздравляют с праздниками, а вот сейчас поздравляют их. Точнее, они поздравляют друг друга. Каждая из благочиний приготовила свой подарок для гостей рождественского вечера. Это творческие номера, конкурсы, живая музыка и даже танцевальный флешмоб. Это семья, которая вместе хочет побыть, которая хочет побыть вместе. Прославить Христа. Такой красивый праздник, как Рождество Христово. Важнейшее событие в нашей жизни и в жизни каждого христианина, где вот и мы собираемся вспомнить все события. Событий в году много. Каждый месяц наполнен работой. И даже на праздничном вечере среди песен и поздравлений ребята обмениваются опытом и делятся своими идеями на будущее.